Кеме такой же, парни. Сейчас как раз отличается. В прошлом занятии шоу ночи мы входили сразу в удар и мы вводили партнера сюда, как работает лицевой динамикой. Сейчас мы за счет того, что мы гасим его энергию через вход, он уже стоит мы понизили его энергию за счет кругового движения. Так же, как и чудански, как от Гапханы. Не вытаскивай вперед. Или омоте. Так, ну сейчас давайте попробуем на ура. Смотрите, здесь мы подтягиваем ногу в этот ход. Сюда. Сюда. Авасе попробуйте на полную. Можете, если, конечно, амате и ур, и вариант ура, и амате делать, но у вас развалится линия, скорее всего. Это зол. Смотри, когда ты идешь в туре, по крайней мере, для меня один момент, который надо, я обдумывал, уже в голове не решить это дифференциальное уравнение, надо с партнером. Женя, второго. Выходим на эту форму, которая где-то. А еще раз. Момент, значит, какой? Давайте пока между нами. Они делают. Ну, позиция нужна после разворота, им нужна одноименная позиция. Так можно делать вот так. Потом сбивают эту руку, проходят. Есть пауза. В центре. Но поскольку все смотрят такими глазами, там как наворочно, эта пауза как бы никто не видит. У меня она прям вот так. Поэтому смотрите, когда мы делали шоном, подтягиваем ногу и этой формы. Этот же элемент вот здесь. Так оно и есть. А я думал, после этого. Нет, ну да. Вытягиваем и подтягивая ногу, в этот момент освобождаем. И заходим. И когда мы освобождаем его руку, он тоже время Дункан нормально заканчивает. Когда у него рука здесь, он делает. Ему вот ту ногу не очень хорошо убирать. Да? Когда мы подтягиваем, мы его отбиваем, он как раз завершает свой Дункан. Я еще не понял. Я еще не поняла. Даже я ничего не понял.
Я говорю, фишка этого года. Через EQ, смотрите, мы выходим на одноименную. Это вот, это то же самое, что мы сейчас сделали. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. То же самое, что я сейчас на шумово делаю. Только через захват.